мы знаем о наших правах, законах и о новых реформах. С законом мы сталкиваемся каждый день и иногда попадаем в неловкое положение из-за того, что не знаем своих прав. Но уже сегодня в Армении существует социальное движение «Я знаю», с помощью которого мы можем быстро и легко получать нужную нам информацию. Цель движения – информировать граждан о новых 25 реформах, принятых общественным правительством за последние 5 лет. Второй этап деятельности движения сегодня обсуждали руководитель аппарата правительства Армении Давид Саркисян и директор по линии развития ЗАО «Америабанк» Тигран Дюрбашян. В первую очередь они подвели итоги первого этапа, который стартовал 1 февраля. Оказывается, движение не только интересует людей, но и является необходимым, так как оно первое в своем роде. Мы получили более 11 тысяч звонков, из которых только 33 являлись жалобными. Остальные же были с просьбой предоставления определенной информации. По словам Тиграна Джурбашяна, больше всего людей интересуют вопросы касательно недвижимости, водительских прав и техпаспортов. Примерно 24,5% людей звонили по поводу недвижимости, 16,5% касательно водительских прав и 6,5% людей хотели получить информацию о техпаспортах. А на вопрос ТВ-Армру, будут ли другие этапы, Давид Саркисян ответил. Дело представить итоги. После этого месяца мы подведем итоги, и только потом выяснится, будет новый этап или нет. А пока остается следить за текущей деятельностью движения и не пропустить наш шанс быть информированным.